Всем привет! Сегодня я бы хотела поговорить о фразе, которую многие обожают и считают даже слоганом своей жизни. Fake it till you make it. Она переводится «притворяйся, пока не станешь этим». «Притворяйся, пока это не станет твоей реальностью». И теперь немного о том, почему же это худшая фраза и худший жизненный слоган на всем белом свете. Притворство – это вранье, а вранье – это априори плохо, неважно, обманываешь ты других или сам себя. В любом случае, это не приведет ни к чему хорошему. Если ты врешь другим о том, что ты красивый, стройный, о том, что ты успешный, о том, что у тебя замечательная работа и вообще всю жизнь прекрасна, ты не сможешь это обрести, потому что для тебя на первом месте, на первом плане стоит не стремление к этой успешной, прекрасной, счастливой жизни, а то, что думают о тебе другие. На первом месте в твоих желаниях создать имитацию этой жизни для других, чтобы тебе завидовали. Соответственно, пока ты беспокоишься о том, что думают о твоей жизни окружающие, считают ли они тебя успешным, красивым и так далее, ты не добьешься ничего, и уж тем более успеха. Если ты притворяешься для себя, то есть убеждаешь себя в том, что ты, допустим, талантливый фотограф или стройная девушка, которой не нужно худеть, то ты вгоняешь себя в депрессию, потому что, допустим, ты притворился, выложил какую-то фотографию, либо занимался самовнушением весь день, и у тебя был положительный период жизни, ты был в приподнятом настроении, ты начинаешь в это верить, а потом тебе становится плохо. Ты отматываешь все время назад, смотришь на эту фотографию, либо анализируешь свои какие-то достижения в профессиональной области, видишь то, как было раньше, что ты был прекрасный, что ты, ну вот месяц назад, да, что у тебя там отфотошопленная стройная фотография, или что ты активничаешь, выкладываешь там невероятные фотосессии, и понимаешь, что сейчас все плохо, падаешь в депрессию, начинаешь грустить, переживать и делаешь хуже самому себе. Социальные сети – это вообще такая огромная презентация вот этой фразы «fake it till you make it», потому что там притворяются все. И именно поэтому я так сильно не люблю Инстаграм, потому что там все пронизано показухой. У человека со здоровой психикой, если случается какое-то жизненно важное событие, если у него что-то получается, если он идет к своей мечте, добивается успехов, будь это мечта относительно внешности, работы, увлечения, чего угодно, он не захочет кричать об этом на весь мир, потому что это его сокровенное, это только его дело. Работать над собой, чтобы поверить в себя и увидеть то, чего ты достиг, увидеть, насколько ты крутой теперь, это правильно. Это путь к счастью, путь к гармонии, путь к принятию себя и развитию себя. А притворяться и имитировать что-то приведет только к тому, что вы еще больше времени будете тратить на беспокойство о том, что о вас думают, и на самобичевание. Не самый приятный исход, согласитесь. Вот такие вот рассуждения. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!